Доброе-доброе утро. 9 марта, муж день рождения. И он поехал на работу. 9, 10, 11 работает. Уже отпросить. Уже поставили, говорит, график, все. Я еще немножечко приболел, что-то закашлял. Взял грудной сбор чая попить. Какая погода сейчас. У меня окошко открыло, мы. Сорта пар идет, морозно. Ну, вообще, как бы показывает минус 5 март месяц, да? Февраль был очень теплый, весенний был. Сейчас минус 5, а ощущается, как минус 9 аж. Ну, чувствуется, да, что очень морозно. Сегодня он все идут в школу. В школу, в садик. Вчера так тихо было, праздник же. А сегодня на работу, на автобус, в школу, в садик. Солнышко за дом сейчас спряталось, оно поднимается, всегда поднимается, получается, да? Она в окошко заглядывает и потом начинает же двигаться и за домик прячется. Потом вот выше поднимается, опять светит в комнату. У нас получается с 9 до часу солнышко светит. Потом оно уже там, сзади у нас вечером на домик. Ну, холодно, да. А мы сейчас завтракаем, яичко попросила Тёмочка. А потом выпьем тоже микстуру от кашля. Поедем сегодня на прием. Объясним, что мы, ну, я заболела, лежала пластом. Никак не могла приехать ни в понедельник, ни в вторник. Тёма, это как-то у него только насморк был, а я лежала, не могла. Вчера был праздник, вот приехали только сегодня. Покажемся. Нам выпишут что-нибудь от кашля. У меня есть там микстура, но все равно посмотреть, что нам выпишут от кашля. Посмотрите же горлышко, потому что оно красненькое было у нас в садике в понедельник, когда посмотрели. Вот. И скажу, что с понедельника нам надо и справку, и больничный не с понедельника. Ну и, скорее всего, нас посмотрят, скажут до понедельника. В понедельник приедем 13 числа, покажемся. Там, если все будет хорошо, нас выпишут. Если нет, будем дальше лечиться. Ну что делать? Я так более-менее. Но тоже надо еще выздороветь до понедельника. Так что мы кушаем, принимаем микстурку от кашля. Тоже закашляли. Именно вот соплики были сначала, насморк, да, потом они закончились, пошел кашель. Сейчас соплик нету, даже чихает когда. Вот, потом... Что мы еще? А, мы сначала сейчас... У нас сейчас же... педиатр. И раньше можно, если без записи, через одного. Сейчас говорят, через одного нельзя. Вообще, как бы, ну, все пропускаешь, потом в конце. Я даже не знаю теперь, может быть, в конце надо ехать. В конце что-то мой звонит. В конце ехать к 4. Мы сначала пойдем, короче, сейчас поиграемся. Покушаем, ну что, уже в час ехать, я понимаю, что может тошнит, но что делать. Это, постригемся и поедем с другой остановочки, на остановку меньше поедем туда на автобусе. Вот, также до этого с Андрея Павлика Морозова, там 15 минут пройдемся, сядем на другой автобус, продышимся, как бы 3-4 остановочки, покажемся врачу, а потом уже на такси, как всегда, домой поедем. Он уснет. Так что все хорошо. Сказать, вчера же Юлечка приехала вечером. Спят еще девчонки. Вот привезла мне такой букетик 8 марта. Привезла там трубочки, ну, как всегда, вкусняшки, сладости. Она без этого не может детям. Вот. И такие цветочки мне привезла. Красивые, правда? Сейчас так сфотографировать их надо. Ой, мне так нравится. Есть 3 часика на то, чтобы одеться. В час выйдем, пойдем постригемся, пока дойдем 10 минут, 10. Пока постригемся, надеюсь, если там никого не будет, то быстро это будет. Ну и чтобы в 2 часа где-то выехать, дойдем до остановочки, до второй, на 1 остановку меньше будем ехать. Там доедем до середины, можно сказать, до первой. До Садовой, где мы останавливаемся. Там опять пройдемся пешком, немножко передохнем. До Киноленда, до другой остановочки. Сядем на автобус, еще 5 остановочек. И едем. И Лилию разбудим.
Я уже ее разбудила, она говорит, горло болит. Я говорю, надо в школу, она горло болит, поеду с вами на больничный. Ну, хорошо, ладно. Думаю, пойдем постригемся. Юлечка у нас же еще, вот я говорю, приехала. Так что мы пойдем, когда постригемся. Когда будем выходить, позвоним, и они подойдут. Пойдем до остановочки, сядем, поедем. Юлечка поедет там, пойдет домой. А мы пойдем в поликлинику. Вот такие дела. Сначала постригемся, поедем. Скажем, что болеем. Посмотрим, что нам скажут. В поликлинике болеем, ждем сейчас вывод, и мы пойдем. А Лиля просто как бы кошка заболела, сегодня не пошла. Ее в 9-й кабинет отправили, просто чтобы она как бы, ну, не было пропуска четверг, пятница. С воскресенья полетимся. Привет всем. Вот. Так что она там справочку возьмет, там мы здесь пройдем, потому что там кроме справочки еще больничный. Да, да, это сейчас, вот это быстро. Да. Возьмись. Она вот может снять эту кофту и постелить, если можно, да? Ну вот. Она уже дома. Забыла сказать. Мы сняли эту шапочку, да, и вот так вот красиво у нас. Нормально. Кстати, когда он стригся, он засыпал. Кое-как мы заснули. Думали, сейчас заснем. Хотели вызвать такси, не получилось. Уехали на автобусе. Он уснул, и мы доехали до родины. А оттуда мы уже хотели тоже заказать такси, но пока купила вкусняшки. Таксист это самое. Приехал он без кресла, не сказали, Юля не написала. Он тоже в итоге уехал, и мы уехали на автобусе. То есть мы до родины, пока он спал на автобусе, потом Юля постояла, купила вкусняшки на автобусе, доехали до поликлиники, там побыли. Лиля пошла в один кабинет, тут я снимала, говорила, а мы в другом. Вот, больничный у меня выписали с сегодняшнего дня, а справочку могут дать с понедельника. Справочку, значит, могут в садик дать с понедельника по такое-то, такое число. А больничный, то, что мы же как бы за него тоже как бы деньги, наверное, платим, я не знаю. Но если мы справочку с понедельника дадут, мы же тоже там, получается, платим за садик. Мы меньше будем за садик платить, мы болели. А больничный сегодняшним днем, получается, понедельник и вторник, я прогуляла. Я лежала, не могла как бы. И вот, ну, это ваши проблемы. Я понимаю, что это мои проблемы. Я еще раз объясняю, ну, никто не стал входить в мои положения. Ну, я не знаю, я, наверное, неудобно мне ездить, наверное, будем переходить сюда. Сюда переходить и будем. Здесь просто и терапевт в этом самом. Ну, оставайся. Я буду Тему переводить. Тему переведу сюда, к педиатру, чтобы нам, если болеем, как бы тут. И терапевт у нас здесь. То есть, если я заболею, я спокойно здесь обратилась к терапевту и сижу на больничном, да, Тему вожу в садик, сама болею. Или с Темой к педиатру ходим и болеем. Я на больничном с Темочкой. А Лиля останется там приписана. Вот, а Тёмочку я отпишу, будем здесь, потому что, ну, очень неудобно, часто мы болеем. Здесь тоже, конечно, очень редкие врачи находятся, но очень неудобно просто ездить. Это хорошо сегодня вот так вот вышло. Обратно мы ехали на такси, а когда выходили, таксист говорит, я думала, ну, сегодня. Я говорю, он всегда засыпает, когда обратно, но дело в том, что, говорю, мы туда ехали, спали. На автобусах, на одном, на втором. И за это на такси обратно ехали, мы не спали. Вот. А так, если бы мы не спали в автобусе, как обычно, мы в такси обратно спим. Муж позвонил, там попросил, говорит, можно приедет сестра, у нас поживет недельку. Его сестра, у меня нет, у него сестра. Вот. Я говорю, что-то случилось, ну да, там с дочкой, с племянницей. Его племянница, да? Что-то не поздоровалось это. И она пускай приезжает. Вот сейчас позвонила, говорю, мы это самое дома уже, все. Она говорит, ну, они куда-то уехали. Несколько с мужем. Они вот такую младшую оставили. Сейчас, говорит, придут, и я поеду. Ну, говорит, это самое. Я, говорит, приехать приеду наконец-то, 18-19, да, хоть? Я говорю, да. А там мне кто-нибудь встретит, чтобы это? Я говорю, Лилечка встретит. Лиля! Я сказала, когда тебе все это приедет, говорю, добежишь, встретишь ее. Она говорит, да, конечно, я доеду, а там как? Я говорю, там прямо. Она говорит, пускай, может, Лиля? Я говорю, ладно, Лиля подойдет. Хорошо. Вот, ну, встретят тебя. Чтобы как бы не обещать, прямо-прямо, а домов-то много, чтобы не это.
нельзя плеваться. Вот такие дела. Ну, не знаю, ты что не получилось, но дело в том, что какие-то проблемы были. У нас так получалось, что да, когда родила Тёмочку, я тоже, Алексей, папа Тёмы жил у них, у сестры, а я жила у дочки Долгорукова там. Вот. Угу. Ну, сейчас вот у нас проблемки, и ладно. Душ лезть не будет. Расскажет сама, расскажет, не расскажет, значит. Ну, надо пожить, иначе. Не на улице же человеку быть. Вот, сама была на улице, знаешь, что такое. Ну, не знаю, как поссориться с родными, с дочкой, с сыновьями, куда бы уйти, не знаешь куда. Так что вот. Что? А ты ей позвонить можешь на вечер? Я знаю. Ну вот смотри, упала по коленку, но аккуратно. Аккуратненько. Нравитесь всегда, чем нравитесь. Я сказала, сейчас приедет она уже скоро. Вот. Пум-пум. Все. Что ты сюда пришла вообще? Я? Так хорошо, когда вот ты так подстрижена, такой красивый. Ему не идет тогда такая стрижка. То есть нормально. Ты сама говорила, что красиво, нормально. А когда у него копна на голове, и все торчит, идет. Да. Такие длинные волосы. Ой, что-то у меня с этой, прямо с камерой. Так сделать можно. Прямо зачем? Так. У папы косички уже заплетать можно, у Тёминого папы. Вот. И у Тёмы будем такие, не надо нам. Кстати, у моего мужа волосы длиннее, чем у меня. Почти. Ну, вот он не стригся с января того года, это получается. Год и два месяца он не стригся. Ну, он раньше ходил так до меня. Потом со мной жил, как бы отрастут, обрежет, отрастут стрижечка. И когда он такой он маленький, худенький у меня, и получается, когда стригся, ему даже пиво не продавали. Вот ему 32 года, мы с ним познакомились. Предоставьте паспорт, предоставьте паспорт. Да мне 33 года. Ну, без паспорта даже пиво не продавали. Вот. И сигареты. Потом перестал стричься. Вот. Ну, брился, но не стрился. Я говорю, отрасти, сделай хвостики. С хвостиком ему очень красиво. Я позвал. Что он там сказал? Тёмочка, нельзя. Матом, что ли? Нет, на Д. Дурочка. Нельзя так говорить. Ой, еще язык. Ой, какой мальчик красивый. Ну, такая в мужском роде. Ну, он так всегда. У нее все в мужском. Дуяк. Дуяк? Зачем ты дурак говоришь? Нельзя так говорить. Ты, может, еще иногда бывает у нас там вылетит мат, там бывает услышит и как-то пару раз все. Лякнул. Не обижайся, так что ты вот. Меня тебе свалил. Зачем сдала, скажешь, ябеда. Ябеда. Ладно, буду надраться. Позвонит заловка моя, да, получается, Лидия выберет. А кто тебе вот. Приходится, его сестра? Заловка. Ну, так называется. Кто белая головка? Так что, ждем. Надо что-то еще приготовить. Еще надо позвонить, узнать, что теперь насчет этих двух дней. Вот как-то так. Ну, буду надеяться, что меня не выгонят из этих двух дней. В следующий раз буду умнее, переведем сюда и будет проще.